Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в Хуэ Сеттлерс музей. Погнали! The Хуэ Сеттлерс музей находится в районе Тетеранги. Это примерно 30 километров от центра Окленда. Слово «хуэ» на языке маори означает «встреча». Пойдемте посмотрим. Музей был создан для того, чтобы сохранить историю о том, как европейцы заселяли Вайтакери Рейнджес. На территории Вайтакери Рейнджес находится несколько дамб. И это Литл Хуэ Дамб. Красиво здесь. Новозеландская молочная компания Анкор на рынке аж 1886 года. Круто. Один из залов музея посвящен кораблю «Орфеус», который в 1863 году затонул при входе в залив Манукау. Залив Манукау – это второй по величине залив в Новой Зеландии. А это предметы, найденные в заливе. We'll be right back.
Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока!